Опасная находка в обычном огороде. Сотрудники Росгвардии уничтожили очередной артиллерийский снаряд, обнаруженный в частном секторе на окраине нашего города. В управление Росгвардии по Новосибирской области поступила информация о том, что в Советском районе на улице Зоологическая местная жительница обнаружила предмет, внешне схожий с боеприпасом. На место незамедлительно была направлена группа разминирования ОМОН Сибирь, управление Росгвардии по Новосибирской области. Осмотрев подозрительный предмет, специалисты пришли к выводу, что это осколочно-фугасный снаряд со взрывателем. Такие применяются для поражения живой силы противника на большой площади. Как он оказался в земле под Новосибирском, история умалчивает. Боеприпас сильно поела коррозия, поэтому, соблюдая меры безопасности, взрывотехники ОМОНа вывезли его на закрытый полигон и уничтожили. По команде, по готовности огонь.